Я увидела, я поняла, что папа пилотит, а мама помогает маленьким. Это Орлы, да? Семья Орлов? Да. Да. Мама, такая дружная семья. Папа вот. А я этот будильник всех пробуждает. Говорит, что уже утро наступает. Я увидела вот этих облаков. Они лестницы изготовлены. Это уже лестница. А это лестница куда ведет? Солнышко. Солнышко, точно. Тут есть. Там Миша хотел сказать что-то, да? Облака. Компас облака. А для чего нужен компас? Кто знает? Чтобы смотреть, где папа, где что, где север, где юг. А кто заметил? А куда показывает стрелка на компасе? На юг. Восток. На восток. Сказка же красивая, но можно тоже ее так красиво раскрашивать. Получится у тебя так раскрасить? Давай, каждый картинку. Ну что, Оля, получается у тебя? Хочешь, можно солнышко раскрасить? Давай. Ты хочешь их красным раскрасить? Ну, давай. Нежно-нежно, хорошо? Я тоже выберу золотистый. Не буду. Девочку поставить. Не буду, не будет. Хочешь раскрасить? Вот это. У девочек, видишь, корзинка? Теперь море. Море. Синее. Вот это красиво. Сейчас Еще расскажу. Реку все еще? Траву. Как здорово.